Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре хлебопечка от Миде компания. В общем, недавно ее купили, уже приготовили первый раз хлебушек. Вполне неплохо получился бездрожжевой хлеб. Сейчас будем готовить дрожжевой хлеб. Посмотрим, что из этого получится, и я оставлю свой отзыв о ней после приготовления хлеба дрожжевого, белого. Сейчас попробуем сделать новую булку хлеба с печи. Для того, чтобы приготовить булку хлеба, белого хлеба, необходимо 320 мл воды влить в емкость хлебопечки. Вливаем воду. Дальше 2 столовые ложки масла растительного. Добавили, затем 500 грамм белой муки необходимо засыпать для булки хлеба и просеять ее в сито. Просеиваем муку. В просеянную муку необходимо добавить 1,5 столовых ложки сухого молока. Затем размешиваем сухое молоко вместе с мукой и засыпаем муку в форму для выпекания хлеба. Таким образом, чтобы она полностью покрыла воду, которая находится снизу. Теперь добавляем 1,5 столовых ложки сахара по углам формочки и соли 1,5 чайных ложки надо добавить по углам формы. Сахар мы с одной стороны сыпем и соль с другой стороны сыпем 1,5 чайных ложечки. Добавляем 1,5 столовых ложки дрожжей в центре делаем углубление из муки и туда добавляем 1,5 столовых ложки дрожжей. Вот эти дрожжи самые лучшие, красненькие. После чего мы ставим нашу формочку в центр хлебопечки и включаем режим белого хлеба. У нас все делает печка сама. Устанавливаем формочку в хлебопечку, затем включаем белый хлеб, убираем белый хлеб, это первый, и нажимаем старт. Хлебопечка начинает работать и нужно будет подождать до того, пока печка перестанет выпекать хлеб. Около 3 часов будет готовиться и выбираем корочку. Уже, наверное, не выберем, не успели. Ну ладно, значит, как есть. Изменили на среднюю корочку и на 750 грамм булка хлеба. Там у нас 700 грамм где-то воды, 300 грамм воды. 500 грамм муки, ну и остальное по мелочи. Все, ждем 3 часа и смотрим результат. Отзыв о хлебопечке Медия серия 7000. Мы сейчас там замешали хлебушек, посмотрим, что у нас печет. В общем, вот такая коробочка у нее. Такая печка. Покупалась за 4600 рублей. Внутри есть инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, и в инструкции прописаны некоторые рецепты для выпекания хлеба. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в новых видео. Качество хлеба мы сейчас посмотрим и рекомендацию я вам тоже скажу, стоит такую печку брать или не стоит.